Гимн Российской Федерации 21 января 2020 года, город Саратов, Саратовский областной суд в составе судьи города, рассмотрев судебной стадии материала уголовного дела в отношении Клусова Алексея Александровича, родившегося 17 июля 1978 года, Быстрова Юлия Александра, родившегося 4 марта 1976 года, Селенко Михаила Романовича, родившегося 1 января 1987 года, и руководство статьями 343, 320. 8, 350 и 351 УПК России суд приговорил. Быстрова Юлия Александровна, Селенко Михаила Романовича. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей. По части 3 статьи 222 УПК России Селенко Михаила Романовича, также и по части 1 статьи 223 УПК России оправдать за непричастностью к совершению преступлений. Признать за Быстрова Селенко по части 3 статьи 222 УК России, а за Селенко и по части 1 статьи 223 УК России право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием. Клусова Алексея Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 209, частью 3 статьи 222, частью 3 статьи 220.1, частью 3 статьи 220.1, частью 2 статьи 167 УК России побьет в отношении Бешакова и Жуга, частью 2 статьи 167 УК России побьет в отношении Андрусенко, пунктом АЖЗ, частью 2 статьи 105, частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 30, пунктом АЕЖЗ, частью 2 статьи 105, пунктом АВ, частью 4 статьи 162, пунктом АВВ, частью 4 статьи 162, частью 2 статьи 306 УК России назначить ему наказание. На основании части 3 статьи 69 УК России по совокупности преступлений путем частичного сложения назначить наказание окончательно Клусову Алексею Александровичу назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием преднаказания особого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, в течение которого обязать Клусова не уезжать за пределы территории муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы, изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказания или лишения свободы, являться в указанный специализированный государственный орган для регистрации 2 раза в месяц. Быстрову Юлию Александровну признать виновным в совершении преступлений, предусмотренной частью 2 статьи 209, частью 3 статьи 222.1, частью 3 статьи 223.1, пунктом АЖЗ, частью 2 статьи 105, частью 3 статьи 30, пунктом АЖЗ, частью 2 статьи 105, пунктом АВ, частью 4 статьи 162, пунктом АВВ, частью 162, назначенное наказание. На основании части 3 статьи 69 УК России по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Быстрова Юлия Александровна назначит 16 лет лишения свободы с отбыванием исправительной колонии общего режима, увеличение свободы срока на 2 года, в течение которого обязать Быстрова не выезжать за пределы территории муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы и не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказания в виде ограничения свободы, являться в указанный специализированный государственный орган для регистрации 2 раза в месяц. Селенко Михаил Романович признать виновным в совершении преступления, предусмотренных в части 2 статьи 209, пунктом АЖЗ, части 2 статьи 105, пунктом АВ, части 2 статьи 162, части 4 статьи 162, назначенное наказание. На основании части 3 статьи 69 УК России по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания окончательно Селенко Михаил Иванович назначит 19 лет лишения свободы с отбыванием предной колонии строгого режима с увеличением свободы на 2 года, в течение которого взять Селенко не выезжать за пределы территории муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы и не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием лишения свободы, в течение свободы являться указанной специализированной государственной для регистрации по разу в месяц. Срок отбывания наказания всем осужденным считается со дня вступление приговора в законную силу. За честь отдавали наказание Клусову Селенко и Быстрову время содержания поставили 22 марта 2019 года, значит, объединение за объединение отбывания наказания Селенко и Клусову с проектной колонии строгого и особого режима соответственно. А в отношении Быстрова за счет 1 день за полтора дня отбывали наказание с проектной колонии общего режима. За честь наказания время предварительного содержания поставили с момента задержания по статье 91 УПК России по 20 января 2010 года включительно.
Мера пресечения всем осужденным доступления при грубом закону начала оставить содержание под стражей. Взыскать к Усову Алексею Александровичу удовлетворение исков о возмещении имущественного вреда в пользу Жуган Валерия Александровна 588 943 рубля, в пользу Нарусенко Павла Викторовича 406 123 рубля. Взыскать счет удовлетворения гражданских исков о компенсации морального вреда в пользу стадника Николая Петровича Усова Алексея Александровича 1 миллион рублей, Быстрова Юлии Александровна 500 тысяч рублей, в пользу Джафарова Ильхана Ильхановича Усова Алексея Александровича 1 500 000 рублей, Быстровой 1 000 000 рублей, Сыренко Михаила Романовича 500 тысяч рублей, в пользу Джафарова Завуд Джейхановича Усова Алексея Александровича 1 500 000 рублей, Быстрова Юлия Александровна 1 миллион рублей, Сыренко Михаила Романовича 500 тысяч рублей, в пользу Самитной Елены Вячеславовны Усова Алексея Александровича 1 миллион рублей, Быстрова Юлия Александровна Сыренко Михаила Романовича Скарда по 500 тысяч рублей, в пользу Быковой Ларисы Георгиевны Искусова Алексея Александровича 1 миллион рублей, Быстрова Юлия Александровна Василенко Михаила Романовича, Скарда по 500 тысяч рублей. В пользу Батяшина Игоря Вячеславовича Искусова Алексея Александровича 700 тысяч рублей, Быстрова Юлия Александровна 300 тысяч рублей. В пользу Лепехина Александра Александровича Искусова Алексея Александровича 1 миллион рублей, Быстрова Юлия Александровна 500 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке судебной коллегии по уголовному делу 4-го апелляционного суда общей юрисдикции в течение 10 суток оглашения. Остужденный в торжество состояния вручения копии приговора в Чистарадский областной суд. В течение 10 суток вручения копии приговора осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела от судебной апелляционной станции, о чем он должен подать свои апелляционные жалобы, в торжество состояния вручения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интерес осужденных, вправе подать свое возражение в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судебной апелляционной станции. Судья, подпись.